Не так давно я ему отправила все-таки, ну, там, долго было до почты дойти сложно, я отправила ему, значит, вот эту вот папочку с подарком, с песней, и такая, господи, только бы не убил никого. Но он пожал, сказал, ну, девки, вы даете. Вот. А мне вот эта еще девчонка, которую ему заказывала, Лисенок, мы с ней общаемся после этого, она, я говорю, а, она такая говорит, да не беспокойся, скажу, ой, девочки, вы такие милые. Я говорю, это ты для него маленькая милая девочка, а я, блин, не маленькая и не милая. Он говорит, а вот такого роста, что и ты для него тоже маленькая и милая девочка, просто чуть-чуть более кругленькая. Я говорю, только поэтому я еще жива. В общем, такая вот восхитительная история. Вот так я училась писать песни на заказ. Современный трамвай, тихоходен и тем непривычен. Ни звонка от него не дождешься, ни стука колес. Но стук по сторонам не торопятся волны и лисы. И снежонком коляску затащит задумчивый еж. Все в наушниках и в телефонах, без них неприлично. Ты кашаном закроем, что ты не в своей полосе. И к своим и к чужим этот город всегда безразличен. Лишь тебе неприятно, что ты здесь один, как все. Я загляну в твои глаза, я вижу знакомого солнца свет. Я выключу плеер, чтобы сказать: Панда, привет, мы не виделись никогда. Но сделаем ничто тысячу лет. Должен же быть повод просто сказать: классно выглядишь, кстати, привет. Я куплю у вороны в киоске сухую газету. Мы расстелим ее, чтобы сесть на сырой парапет. Расскажи мне, откуда ты в наши пенаты приехал. Ты когда-нибудь видел, как мир одевается в снег? Да, конечно, я знаю, я кладезь нелепых вопросов. Я не знаю, как в шумной толпе мы находим своих. По футболке символикам, по шнуркам на кроссовках, по готовности взять, подойти и заговорить. Мы знакомы всего полчаса, но я угадаю каждый ответ. Так хорошо, что есть повод сказать: Панда, привет! Мы не виделись никогда, но сделаем вид, что тысячу лет. Должен же быть повод просто сказать: классно выглядишь, кстати, привет. Ты видишь наш город не так уж и серый. Не прячь свои уши под капюшон. Давай забудем о своде манер. Панда, привет, значит, знакомы. Мы не виделись никогда, но сделаем вид, что тысячу лет. Должен же быть повод просто сказать: Панда, привет. Спасибо. Сейчас я найду.